Третий тайм позади. Амрабат здорово дальше на грудью сбрасывает мяч партнеру. Малага на левом фланге против 22 номера. Одна на Тигдуини. Играет Рафаэль Варан. Остается с мячом Малага. Но мы же помним, что он воспитанник Реала. И Флорентино Перес говорил, что это человек пропитан духом Реала. И с ним возвращается история. Модрич. И здесь чисто. А вот здесь уже грязно. Варан нарушает правила в борьбе с Хуан Карлос. Мигель Торрес. Тигадуини. Но здесь есть гандикап у Варана. Неуемная жажда движения постоит, даже и не цепляет Флорентино Переса, который набивает кому-то смс-ку, а может быть смотрит онлайн матча Спартак-Зенит. Разумеется, это шутка, если кто не понял. Но действительно, второй половине поля свалив, получает желтую карточку после контакта с Рафаэлем Вараном. Хотя с Вараном здесь бился Амрабат. А почему Мигель Торрес карточку получил? Знаете, и тут другой шли. Хорошая команда у Хави Граси. Даже удивительно, что Малага находится так низко в турнирной таблице и пока не забила ни одного мяча. Рано ли... За 6 минут до конца основного времени первого тайма. Гонсалеса. Бамус, поехали. Ваш комментатор Константин Генич. Продолжаем наблюдать за матчем испанской примеры. Состав Реала выглядит следующим образом. Хозяев поля. Нардин Амрабат нарушает правила Марсело. Но здесь преимущество у Малаги, потому что она остается с мячом. А здесь уже нарушает правила Варана и фол ценой желтой карточки от французского защитника. И опасный штрафной зарабатывает Малага. Очень неплохо Малага смотрится. Очень добротно. Но, повторюсь, моменты у Реала есть. И весь вопрос в том, когда же Реал свой гол долгожданный в этой встрече оформит. Тигдуини сбивает Рафаэль Варан. Действительно, желтая карточка. Сочно играет центр. Ресио. Дальше на партнера. Пабло Малья. Ресио. Нет, уже здесь пробить не дадут. Хуан Карлос. Но атака продолжается. Малью. И с левой ноги. Нет, забыл ударить. Амрабат не забыл. Но его удар блокирует. И снова Варан. И очередной угловой был у Ливерпуля так в Кубке Английской Лиги, когда там 39-3 по ударам и была ничья 1-1. У Ювентуса с Фразиноне. И вот момент у Малаги! Вот это... Боже мой! Вот это фарт для Реала, потому что сейчас мог Амрабат забивать. И посмотрите, если бы Амрабат еще и отдал передачу, все. Рядом Хуан Карлос. Ресио, подача. Там Амрабат обязательно пойдет за этим мячом. Хорош Кейлор Навас. Хорош. Оставил мяч в поле. После феерического матча Спартак-Зенит подключился к нашей трансляции. Напомню, что в меньшинстве играет Малага. Кросс направо. Последняя минута основного времени матча. Карвахаль. Рикошет. Варан на месте центр форварда. Роналду. Бензема.